молодцы. С Новым годом вас. На самом деле мы себе оказали сейчас абсолютно медвежью услугу. Мы вас раздухарили, а теперь нам придется играть авторские песни. Но я чувствую, что все нормально, вам просто нужно было немножечко оторваться, чтобы спокойно уже воспринимать творчество, которое я хочу сейчас вам представить. Далее, сегодня я вам скажу, я с многими музыкантами играю, сегодня я не буду играть ни одной своей песни, потому что у нас вышел диск, который называется «Трибьют наших», где мной исполняются песни, ковры, но ковры наших ивановских, около ивановских музыкантов, которым я отдаю предпочтение. Но это вышла только первая часть, поэтому музыканты, которые вдруг присутствуют здесь и, может быть, расстроятся, что их песни не записаны, они уже почти записаны, уже две части есть этого альбома. Я пока презентую только первую часть. Выкладывать в интернет я ее пока тоже не буду. Пока не готово оформление, оно будет готово на следующей неделе. Все будет красиво. На самом деле, практически все песни вы уже слышали, поэтому тем более вам будет приятнее их услышать сегодня. Поэтому расслабляйтесь. С нами сегодня вот оркестр «Минус 30». Роман Холодов, Михаил Кузьмин, Андрей Кузьмин, Максим Веселов, Владимир Герасимов и Дмитрий Тюмилев, который успело приехал на концерт. Я буду объявлять песни, буду объявлять авторов композиций. Очень хочется огромное сказать спасибо вам, что вы пришли, это круто. Нас сегодня много, френд-рок у нас ширится. Не знаю, кому-то может нравиться название, кому-то нет, но это так. Вот. Проект, культ-проект «Соль» сегодня принимает участие в организации этого мероприятия. Андрей Данилов сегодня заболел. Ему огромный привет. Ну что, вы как тихо-то, елки-палки. Очень грустная песня, очень грустного человека, который уже сегодня выступал. Песня Романа Зотова «Математика души».
случаться. На что ты никогда, я так и не решусь. Я не хочу с тобой больше расставаться. Только не убивай меня. Не убивай меня. Не убивай, как я к тебе вернусь. Кончатся все песни и запахи весны в памяти не сохранены. Даже если птица не проснутся на рассвете, а ты не покидай меня, не покидай меня, не покидай меня. Был у нас такой хороший человек, жил в Анве, Морис. А следующая песня – это его. Больше ничего не говорить не буду. Те, кто его знал, как помянет. We'll be right back.
Сейчас уникальная песня. Вот те, кто у бара стоят, я их прекрасно понимаю. Мы не играем чего-то завойного и трешового. Вот. Но следующая песня уникальная. Написал ее русский поэт Роман Гафизов. Он на самом деле по национальности лезгин, но уникальный русский язык, поэтому это просто что-то потрясающее. Звучат медленные песни, но мы сейчас уже разойдемся, уже почти все.
Валеру очень хорошо все знают по фронт-року, и ты... Подожди. Чтобы ему не было обидно, я скажу. Валера, вот на камеру это будет заснято. Андрей, прямо возьми меня крупно. Что там? Валера Кольцов, ты не аутист. Спасибо тебе, дорогой. Олимпийский, а кто-то на чердаке за столом. И мы сидим все вместе и горькую пьем. Мы пьем за окном, бронебойным дождем бьет мать природа, как ивовым кнутом. Нам не нужно знать ответа, просто мы такие, как есть. Пока что гуляй, Ванина!
сейчас песня Сергея Паснова, которого мы очень любим и уважаем. «Балкон». Когда я ухожу в покой.
прекрасный вечер играла группа «Минус 30». Это Андрей Кузьмин, барабаны. Прекрасное соло. Михаил Кузьмин, бас-гитара. Обожаю таких музыкантов, которые играют на такие соло. Просто это самые крутые музыканты. Роман Николаевич Колодов, укулеле, аккордеон. Прекраснейший человек, гитарист-виртуоз Дмитрий Чевелев. Эй, он успел сегодня! Спасибо, что вы пришли, что вы остались, и вас очень много, вы очень крутые. Мне радостно, что все-таки наша музыка имеет какое-то отношение к вам, вы имеете какое-то отношение к нам, это круто. Группа «Минус 30». А сейчас также в рамках этого альбома мы закончим свою программу песней с Романом Николаевичем Холодовым. Свою песню посвятим мы нашему брату, не побоюсь сказать, Владимиру Столбову, который после нас выйдет на эту сцену. У него вчера была свадьба. Еще раз огромный ему привет! Делятся пополам.
кто не уверен, не верь, мы книга покоя не купишь, слез не выливая из вен, и выливай на диване, и по океану плыви, то ли вдохновенья ломая, то ли по колено в любви, то ли по сцену зову, вы не поверите кого. Владимир Столбова!